ребята, вы на канале Бухта Барахта. Помните видео об этой арене? Если помните, ставьте лайк. А если нет, то обязательно посмотрите. Потом увидите, что здесь успели сделать. Ссылка вот она. Так вот, видео снималось совсем недавно. А сейчас эта арена уже совсем готова к Универсиаде. Но сегодня не буду рассказывать об арене. Я пришла сюда, чтобы взять интервью. Присаживайтесь, пожалуйста. Те, кто подписан на мой инстаграм, уже догадались, с кем я сегодня встречусь. Или нет? Или нет? Пишите в комментарии свои догадки. Совсем скоро себя проверите. Ну что, все в комментарии написали свои догадки. Надеюсь, вы угадали. Для меня это очень важное интервью. Я очень волнуюсь. Поэтому буду рада, если вы меня поддержите. Хотя бы лайком. Итак, встречайте, губернатор моего Красноярского края Александр Викторович Ус. Здравствуйте, Александр Викторович. Привет. Спасибо, что согласились встретить нас со мной. Я давно хотела. Тебе спасибо за то, что меня пригласила. Я была здесь, когда арена только строила. И даже сняла крутое видео. И я был два раза, но когда она уже была построена. Нравится тебе? Да. Мне тоже. Я думаю, самое красивое в нашем городе. Сколько же человек здесь поместится? Целых 7 тысяч. Это много-много. И что с ним будет после Универсиады? А после Универсиады здесь много будет хорошего. Здесь будут мальчики и девочки кататься на коньках, взрослые заниматься спортом, а кроме этого еще мужчины и женщины, но молодые, сильные, будут играть в хоккей. Круто. А можно вам личный вопрос задать? Давай. Вы, как и я, родились в Сибири. А где же вы выросли? Как вы оказались в Красноярске? О, это очень долгий вопрос. Родился я в маленькой деревне, в тайге, в лесу. Такая маленькая деревня называлась Новогородка. А потом закончил школу, поступил в университет и приехал сюда, в наш замечательный Красноярск. А ты здесь родилась? Да. Ну все, мы с тобой земляки. А кем мечтали стать детством? Ты знаешь, в детстве я мечтал стать моряком, хотя море, конечно, ни разу не видел. А вот когда стал взрослым, походил на кораблях больших и понял, что меня, откровенно говоря, немножко укачивает. Поэтому трудно сказать, правильно это или нет, что мечта моя не осуществилась. А губернатором стать не мечтали? Точно не мечтал. И не думал, что так случится. Скажите, что самое сложное быть губернатором? О, это сложный действительно вопрос. Я даже не могу сказать сразу. Мне кажется, это отвечать просто за жизнь в этом огромном континенте, в котором живет аж 3 миллиона взрослых и маленьких людей. Это правда очень сложно и ответственно. Я давно хочу спросить, а вы занимаетесь спортом? Сейчас меньше, а вообще занимаюсь. Разным спортом занимался, как ты, в детстве на коньках катался, но точно у меня коньки были другие, такие на валенках назывались снегурки. На лыжах катался, борьбой занимался. Ну а теперь, откровенно говоря, два раза хожу в неделю в спортивный зал, немножко подкачиваясь, как говорят взрослые. Вот такой молодец. Спасибо, буду стараться. А я вот занимаюсь художественной гимнастикой и плаванием. А видно, поскольку ты такая красивая, шустрая и крепенькая. А как у тебя времени хватает, расскажи. Ну, я вечером хожу на гимнастику, а утром хожу на плавание. Злата, ты вообще молодец, ты артистка, тебе надо быть артисткой. Вот это будет правильно. Но после того, когда послом перестанешь быть, Универсиада закончится. Ну, Универсиада же закончится, да? А потом будешь другим послом, просто артисткой, ты молодец. Как вы думаете, тяжело быть ребенком послом? Это смотря кому. Мне кажется, что тебе легко. У тебя все получается. Я уверен, что ты будешь очень здорово рассказывать о нашем городе, об Универсиаде и о нашей Сибири. А у вас есть дети в семье? Есть, даже трое, но понимаешь, они уже взрослые. Самое главное, что у меня есть внуки. Есть внучка маленькая-маленькая, ей годик, зовут ее Тося. И два внука, один Гришка, ему 5 лет, почти как тебе. И еще Леша, поменьше, ему 2 года. Вот я думаю, Гриша на Универсиаду уже приедет, он такой симпатичный, крепкий парень, рыженький. Ты ему покажешь и наш город, и этот замечательный дворец, хорошо? Конечно, покажу. Все, договорились.
когда меня спрашивают, зачем нашему городу Рсята, я удивляюсь. Как это зачем? Это же большой праздник. Много гостей из разных стран, соревнования. А как вы думаете, зачем Красноярску Рсята? Вот и я удивляюсь, что кто-то еще не знает зачем. На самом деле, до Универсиады будет построено много-много таких красивых дворцов, где можно заниматься спортом, а самое главное, на Универсиаду действительно к нам приедут много гостей из разных стран, они будут дружить друг с другом, мы будем дружить с ними, и о нашем городе узнает весь мир. Вот за этим она и нужна. Якобы ты настоящий журналист. Ты есть настоящий журналист, не просто журналист, а посол. Что-то я вас совсем заболтала, хотите посмотреть, как я катаюсь? Ну да, и для этого я, собственно, и приехал. Давай.